Друзья, всем большой привет! Сегодня мы с вами находимся в магазине низких цен «Светофор» по адресу город Ульяновск, Симбирская, 47. Посмотрим в этом магазине новинки. В продаже появились туи западные в горшочке, высота 30 см, производитель Польша, стоимость 239. Также привезли саженцы плодовых кустарников. Здесь есть малина, смородина, крыжовник и жимолость. Цена 160 рублей за один куст. Здесь малина брянская дива, раннеспелая. Крыжовник черносливовый. Тазики квадратные с ручками и со сливом, объем 10 литров. В наличии есть два цвета, красные и голубые, цена 79. Сейчас распродажа на мангалы сборно-разборные торговой марки «Экос», размер 35 на 24 на 24, в комплекте идут еще 4 шампура, производитель «Россия», цена 109. В наличии есть детское жидкое мыло «Бимбо», оно без красителей, без парабенов, 1 литр объем, цена 80 рублей. Также есть стиральный порошок для детского белья, тоже «Бимбо», безфосфатный, гипоаллергенный, 4 килограмма масса, изготовитель «Россия», стоимость 207 рублей. В магазин «Светофор» привезли металлические стремянки. Здесь 3 ступени и плюс еще наверху имеется платформа. Вот так будет выглядеть она. Максимальная нагрузка 150 кг. Изготовитель «Россия», стоимость 1149. Еще одна новиночка. Это сушилка для раковины. Она изготовлена из нержавеющей стали. Размер 47 на 19,5. Производитель Китай, цена 205 рублей. Ковш алюминиевый с антипригарным покрытием и с бакелитовой ручкой. Диаметр его 16 сантиметров, стоимость 199 рублей. А это форма для пиццы, 33 сантиметра ее диаметр, форма с антипригарным покрытием и с перфорированным дном, производитель «Россия», цена 231 рубль. В отделе автотоваров появился вот такой органайзер для хранения мелочевки. Он с ручкой, крышка идет на защелке, размер 44,5 на 35,5 на 7,5, цена 458 рублей. А еще в продаже есть деревянные стеллажи из массива сосны. Они продаются в разобранном виде. Стеллаж 4 полки, размер 120 на 64 на 32 сантиметра. Изготовитель город Екатеринбург. Цена 1251 рубль. Также есть стеллажи универсальные из ЛДСП. Здесь 8 секций, размер 70 на 25 на 139. Три цвета в наличии, изготовитель «Россия». Стоимость такого стеллажа 1859 рублей. Хлебница овальная, пластиковая, с крышкой, размер 31 на 24,5 на 13,5, цена 82 рубля. Также в продаже есть металлические полки двухъярусные, прямой вариант для ванной комнаты. Идет в комплекте с крепежом, изготовитель «Россия», цена 199. Стяжка кабельная длиной 30 сантиметров. Здесь упаковочки 100 штук, изготовитель Китай, в наличии есть черные и белые, цена 100 рублей. А это новинка, магнитный держатель для ножей. Идет тоже уже с крепежом в комплекте, производство Китай. Размер 33 на 4,5, цена 159. Еще одна новиночка в магазине «Светофор» – это миска эмалированная с красивым декором с двух сторон. Объем 2,5 литра, изготовитель «Россия», город Магнитогорск. Цена 297. Сковорода «Вок» глубокая, с антипригарным покрытием и с бакелитовой ручкой. Диаметр 28 см, в составе алюминий литой и антипригарное покрытие. Производитель «Россия». Цена 949. Также в продаже есть блюдо сервировочное торговой марки «Люминарка». Оно изготовлено из опалового стекла, 32 см его размер, производитель «Франция». Цена 217. Также есть кружечки торговой марки «Люминарка», они тоже изготовлены из опалового стекла, объем 300 мл. Производитель «Франция», цена 80 рублей. В магазине «Светофор» появилась новинка, это коврик интерьерный, два варианта по расцветке. Так вот он выглядит, размер 100 на 60 сантиметров. Так, сейчас перевернем. В составе ворса 100% полипропилен, основа джут и хлопок. Производитель город Димитровград, Ульяновская область. Цена 361 рубль. Также есть комплекты наволочек размером 50 на 70. Продаются они в упаковочке по 2 штуки. В составе хлопок, ткань Ранфорс, производитель Пакистан, Вентура. Красивые наволочки, расцветка есть разная, цена 215 рублей.
Из этой же коллекции есть простыня на резинке размером 140 на 200 на 23 сантиметра. В составе также хлопок, ткань Runforce, производитель Пакистан, цена 389. Привезли кроссовки, мужские и женские. Здесь они на шнуровочке, производство России, размеры в ассортименте, цена 498. Еще одна новиночка – это набор аксессуаров для кухни. Здесь всего 6 предметов, 5 элементов и круглая емкость. Цвет очень красивый такой, мятный. Производитель Россия, цена 288. В ассортименте есть сидушки на стул, они с завязками, размер 40 на 40 сантиметров. Производитель Россия, цена 159 рублей. А это матрасы Холкон размером 80 на 200 на 5 сантиметров. На матрасник съемный, производитель России, цена 1039. Еще одна новиночка – это на матрасник защитный на резинке с четырех сторон. Он стеганый, размер 160 на 200 сантиметров. Ткань верха полиэстер, наполнитель синтепон. Производитель России, цена 625. В продаже новая серия посуды из фарфора, бульонница объемом 670 мл, два цвета в наличии, изготовитель Китай, стоит 96 рублей. Из этой же коллекции есть тарелки глубокие, диаметром 17 см, объем 510 мл, цена 73,70. А еще в магазине «Светофор» в продаже есть зонты складные, клетчатые, с механическим механизмом. В составе полиэстер, купол 106 см, производитель Китай, цена 246. Друзья, и снова новинка. Смотрите, появилась вуаль, градиент на ленте. Размер 300 на 260, в составе 100% полиэстер. Цвет комбинированный, белый, капучино. Смотрите, как выглядит. Здесь вот есть открытое. Качество очень хорошее, все очень аккуратно прошито. Прям мне нравится. Производитель Китай. Здесь они в ассортименте по цвету, цена 795. А это портьера на ленте, стиль 1, 140 на 260 сантиметров, расцветочка очень красивая. В составе 100% полиэстер, одна штука в упаковке, изготовитель Китай. Красивые, здесь в наличии очень много разных дизайнов, и все, кстати, классные, цена 795. Привезли джинсы, мужские и женские, в ассортименте. Расцветка здесь тоже есть разная, размеры разные. Производитель Узбекистан, цена 819. В магазине распродажа на детские жилетки на синтепоне для детей от 3 до 8 лет. Цена сейчас 260 рублей. Привезли огурцы маринованные, десертные, торговой марки «Оливика». 1,5 литра объем, стеклянная банка, цена 121,70. Еще одна новиночка – тюлька неразделанная в томатном соусе, масса 240 грамм, изготовитель России, Республика Крым, село Холмовка. Железная банка, цена 43,20. Еще одна новинка – сардина тихоокеанская и васи натуральная, Посейдон. Так, производитель Приморский край, находка, цена 48 рублей. Друзья, еще одна новинка – колбаска пармская «Титбит» лакомый кусочек. Это золотая коллекция в составе 52% говядина, 40% курица, ну плюс растительное масло, мускатный орех, розмарин. 120 грамм в упаковочке. Производитель «Россия», Московская область, «Талдон». Стоимость 89,80. В магазин «Светофор» привезли грейпфрут «Аргентина». Очень крупные. Вот, чтобы вы понимали, смотрите, вот как в руке лежит, прям огромные. Цена за килограмм 79,50. И сейчас супер цена на горбушу холодного копчения. Горбуша без головы. Очень приятно пахнет. Цена 399.